На голосування про скасування реєстрації Одарченка, про складання присяги Морозовою, про реєстрацію довірених осіб, про створення контрольної комісії за друком, про друк виборчих бюлетенів. Хто за цю комісію? Предлагаю каждый вопрос в отдельности. Ганьба! Считайте. Ганьба! Ганьба! Ганьба вам! Вам ганьба! Оппозиционному блоку, коммунистам! Ганьба! Вы срываете выборы! Против 12! Заявление Одарченко должно было поднять руки, пожалуйста, кто против? Поднимите руки, кто против? Смотрите, вам не стыдно? Вам не стыдно? 7, 8, 9, 10 человек. Вам зачитать? 12. Давай. 12. А как же 10 человек против? Посчитайте, поднимите руки. Поднимите руки, посчитайте. 12. И присутствующие в зале тоже. Считайте нас. Мы все тоже считаем этого предела. Смотрите, повестка дня не принята. Негодяй. Я завтра приглашаю членов комиссии сюда в 9 утра. Нет, вы сидите на заседании. Заседание. Заседание. Вам сказали, что вы примете решение и срываете выборы. Вы срываете выборы. Без предела. Пригласите сотрудника милиции. Сотрудник милиции, я вас приглашаю пройти на наше заседание. Заседание здесь открыто, и вы не имеете права сюда заходить. Вы не член комиссии. Кстати, тоже почитайте. Вы не член комиссии, о чем вы говорите? Ганьба! 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 Слава Украине! Слава! Слава! Милиция с народом! Милиция с народом! Если ты украинец, останься здесь. Ты патриот или кто? Останься здесь. Тебя люди просят. Так ни при чем. Завтра на хрен... У тебя написано «Ванта». Слава Украине оскорбляет. А кто тебя оскорбляет? Вата это оскорбление. Вата не оскорбление. Бинт, тогда ты бинт. Тоже оскорбление. Я человек. Ты замечательно, что сядь, человек. А ты украинец, скажи, пожалуйста. Ты украинец, да? Я украинец. Ну тебя только что спросили. Слава Украине. Слава Украине. Ганьба! 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 Молчи, молчи. Слава Украине. Слава Украине. Гепард. Голый сепар. Не оскорбляйте меня. Голый сепар. Не вижу здесь состава никакого оскорбления. А я вижу. Где здесь оскорбление? Что вы кричите? Меня это оскорбляет. Водичка. Милицию? Что, ты сепаратист? Да. Слава Украине. Признался сепаратист, ребята. Признался сепаратист. Ты сепаратист? Я не сепаратист. Ну только что ты сказал да. Не оскорбляйте меня, пожалуйста. Да кто тебя оскорбляет? Пошли. Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Включите на меня, пожалуйста. А что нам? Все парад. До тебя не дойдется. Мы позвоним на горячую линию, что скажут, что срывают выборы. Мы будем вправе, правильно мы поступаем. Они сорвали своим решением. И пусть приезжает новый, пусть приезжает милиция, срываются выборы. Она имеет право издеваться над всем Мариуполем. Она имеет право. Вы слышите меня? Выборы срываются. Если вы считаете, что она не права. Считаем, да, позвоним на 102. Официально вам говорим. Срываются выборы, пожалуйста. Пишите заявление. Мы примем у всех заявления. Любые. Она заявление вам написала. Покажите ее заявление. Мы хотим, чтобы она вышла. А мы хотим, чтобы она здесь, сука, работала. Запишите в протокол, что я назвал ее сука. Прилюдно при всех кинокамерах. А если... Ганьба! 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 А ну встань там. Навернись сюда. Веди собрание, веди. Прекрати.
подлец! Камиль, нет головы, ты сам головы, иди с котеняка, я там работай. Давай, остайся. Дима, иди сюда. Сообщение в милицию, да, о том, что удерживают здесь людей. Какое время, от кого? Вы же здесь находились, вот теперь мы вас всех будем опрашивать. Нет, это мы же, это патриотические силы, товарищ генерал. Мы здесь 4 дня без выхода. Нас просто тупо бросили весь город. Вот они, 12 человек. Легитимное большинство комиссии. Фактически законное, да. Фактически законное конституционное большинство. И так каждый день. Обжалуйте решение председателя вышестоящей комиссии. ЦВК занесли чемодан. Я же предупреждал, не следите мне в лицо. И ЦВК сегодня... ЦВК сегодня продали, сегодня 9 человек с этой комиссии уволены за прогул. 9 человек, которые 4 дня находились здесь. Но. А куда дальше обжаловать? Вы член комиссии? Ты? Я руководитель областного штаба, мы оба отвечаем. Обращайтесь здесь, в прокуратуру здесь, заявление, вышестоящую комиссию. Вячеслав Васильевич, я вам ответственно заявляю, что будем палить шины. Вот вам, начальнику областной милиции, заявляю, будем палить шины. Порядка, и скинем нахер регионы, не будем здесь править регионы. Вячеслав Васильевич, вы меня знаете. Не будут здесь править регионы. Будете нарушать общественный порядок, будете привлечены к ответственности. Окей, я вам сказал, окей. Следственная оперативная группа работает, все же заканчивает. Где люди? Какой цирк? Цирк с кого? Нас за идиотов держат, а это называют цирк.